Ну, с добрым утречком вас, уважаемые любители рок-музыки. С добрым мальдивским утречком. Небо голубое, пальмы зеленые, кокосы не падают. А ты сидишь вот тут вот в тенечке и ждешь, когда принесут тебе айс-кофе. Айс-кофе, когда принесут. Вот чем хороши мальдивские пляжи? Вот обратите внимание. А народу на них нету. Просторно здесь, не толпятся люди. Я понимаю, конечно, что мы, рок-музыканты, очень привыкли к толпам возбужденных и ликующих поклонников. Мы любим, когда народу много. Но, с другой стороны, иногда же надо и отдохнуть. И посидеть в гордом одиночестве. Попить кофейку. А здесь кофеек, знаете, делают грамотно. Знаете, как делают? Они кофеек туда, и туда бросают шарик ванильного мороженого. Видите, сверху шарик плавает хороший, и шоколадом еще посыпают. Так хитро так делают, понимаете, коварно прямо. Потому что не следят за талиями клиентов, особенно рокеров. Но они не хотят следить. И вот тут вот сидишь, наслаждаешься этим кофе и почитываешь книжки. Ну где я еще книжки почитаю, как не здесь? Умных людей. Он взял с собой Мартина Хайдеггера лекции по метафизике. Потому что в Москве не дают читать хорошую литературу. Приходится все время для вас рок-н-роллы сочинять всякие. И всякие рок-путешествия и рок-истории. А здесь вот я хоть немножко почитаю умных людей. Которых, кстати, очень любил небезызвестный персонаж. Которого звали Адольф. Ну вот, так что такая вот здесь напряженная жизнь на этом острове Миру. Напряженная прям, понимаете? Люди такие прячутся за пальмами, не видно их. И носят кофе. Кофеек носят. Рокерам носят кофеек. Но вы не подумайте. Второй это не для меня. Это для меня будет многовато. Во мне и так 110 кил, если вы помните. Второе, это для клавишницы из рок-группы Волощука СД. Она со мной приехала. Сейчас она в бассейне вот там откисает. Так что набираемся сил, чтобы потом с новыми силами, с новым вдохновением сочинять для вас знаменитые волощуковские рок-н-роллы, блюзы и баллады. Потому что, знаешь, вы уже без этого не можете. Вот, уж не можете, я же не ошибаюсь. Вы же уже каждый раз говорите, а где новая песня? Не успеет неделя пройти, а где новая песня? Уже приучили вас, что каждую неделю новая песня. А в прошлом году мы по две песни в неделю делали. Ну, это так, для начала делали, для затравки. Можем, конечно, и сейчас продолжить, но решили уже не перегружать вас. Ну, одну песню в неделю. Хотя там загашники лежат, ждут очереди своей. Ну, не будем торопиться. По одной песне в неделю. Ну, вот так. Вот так вкратце. Про наш отдых. Вот здесь. Ну что, за ваше здоровье. Уважаемые любители рок-музыки, за ваше здоровье пью. Я ж бухать бросил. Вот кофейку за ваше здоровье выпью. Здоровье теперь у вас будет крепкое. Если Волощук за вас выпил, все, держитесь. Теперь будете прям из вас переть, будет здоровье. Всем огромный привет с далеких Мальдив, от юго-западной части Индийского океана. Ну вот оно, райское наслаждение. Помните, Баунти, райское наслаждение. Это здесь снимали, прямо на этом острове, под вот этой пальмой, это нам рассказали. И не соврали, не соврали, тут действительно хорошо. Чуть-чуть лучше, чем на Клязьминском водохранилище. Но там свои преимущества есть. Там шашлык можно пожарить на берегу. А вот это я иду вспоминать детство. Потому что мальдивцы, они же такие ребята правильные, грамотные. Они понимают, что взрослые, это те же самые дети. Что им надо обязательно качельки поставить, чтобы они покачались, вспомнили детство. А? Рок-н-ролльное детство. Обязательно. Такое детство можно не вспоминать, а рок-н-ролль надо обязательно вспомнить. Ну хорошо, ну что сделаешь? Ничего не поделаешь.
приходится вспоминать иногда. А то мне завтра 59 годков. Надо же вспомнить детство, чтобы завтра рассказать вам, как все прошло. 59 лет предыдущих. Как докторские диссертации писал. Как на золотых приисках. Золото мыл в 18 лет. Надо же все вам поведать. Как 15 лет боксом прозанимался. О, так что вот так. И наконец-то я впал в детство. Впал в рок-н-ролльное. По новой. В 57 годков начал с половиной. И вы же, наверное, не сомневаетесь, что я стану рок-звездой. Никто не сомневается. Или еще есть такие? Ну тогда я их разочарую. Я обязательно стану рок-н-ролльной российской звездой. А может быть и мировой. Там как дело пойдет, там как пойдет. Так что грамотно все. Всем привет! Рекомендую ехать на остров Меру. Там, где снимали Баунти, райское наслаждение. Ну а теперь я чуть-чуть с другой стороны. Чтобы вам лучше было видно райское наслаждение. Сзади которое. Пальмочки. Как вам? Ну что здесь хорошо? Уважаемые любители рок-музыки, вот что здесь хорошо? Я вам скажу, что хорошо. А здесь ровная температура. 28-30. Здесь жарче не бывает. Круглый год. Круглый год одна и та же температура. С одной стороны, вроде бы скучно. Нет перепадов, как у нас в России. Из огня до вполымя. То мороз, то жара. То дождь, то слякоть. То богатый, то нищий. От сумы до тюрьмы. А тут все ровненько. 30 все время. А вода все время 28. Чуть-чуть. На 2 градуса меньше. Поэтому можно зайти и охладиться. После жары 30 градусной. Заходишь, а там 28. Остыл. И опять выходишь. Получать райское наслаждение. Ну вот как-то так. Вкратце я имею в виду. Как-то так. Всем привет. Скоро приеду. Осталось недолго. Неделька осталась. И опять буду вам петь песни, которые так нравятся всем моим хейтерам и великим виртуозным хэви-метал попса шансончикам. Всем им передаю горячий привет! А сейчас пойду сочинять новую песню, чтобы время не терять. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Волощук.